Всем привет! Вы смотрите новости рэпа. В интернете посмотрел Оксимирон сниппет нового трека Mixed by Wooden Production. Я очень обрадовался, потому что Оксимирон давно ничего как бы не писал на эту тему. Ну, то, что касается микстейп третьего. В общем, посмотрел. Мне очень понравилось, потому что, по моему мнению, микстейп третий должен быть не хуже микстейп первого или второго, я уже не помню. Тиза и Эдема, где родился, не был тысячу лет, будто в Одисса беба, но здесь не прижился. Ну, тот же взять из альбома Горгород, Вечный Жид. Вот эти альбомы я слушал не один раз, переслушивал, были крутые треки. Вот, ну, в принципе, в 2018-м, я надеюсь, микстейп третий выйдет. Вот. Ну, до этого, кто слушал, смотрел в Ютубе, вот эти вышли фиты с Маркулом. Только мало мне унести на костях, весь мир у твоих ног, но временно завтра. Это историческая хуйня. И2. Ибо нас смерть, кипарисы, пальмы, лазурь, загар не доспех, тут мусом прозвали Монс. И машина прогресса. Порвался в русский рэп, это Кармагеддон. Тут снова на битах квадратный мудрец или круглый дурак, раздавленный колесом. Несет свой. Вот, ну и тут смотрю, за 26 октября, хоть вот этот в инстаграме у Оксимирона сниппет нового трека Mixed by Wooden Production. Но это немножко на другом просто в Ютубе. Ну просто я собирался уже спать, смотрю такой, думаю, надо спилить на эту просто тему. Вот, так что будем ждать микстейп третий. Потому что я уже давно жду эту тему от Оксимирона. Очень хочется послушать его просто новые, его свежие треки. Вот. Так что это были новости, такие новости рэпа. Продюсер Борни, кто такие? Modern Talking. Ты не контролируешь, смотрю, даже любимую свою я контролирую, информпотоки. Так что несите этот чертов глобус. Спонсирую перевороты Джордж Сорос. Да не, я про перевороты в рэп-игре. Так что центр не проводи большой обыск. Ну что, хомис, кто здесь мой ужин? Это не шоу, голос на вводим слепой ужас. Танцор Тодес, старый Форд Фокус. У нас для боя готов бонус Шалом Томас. Фул неуловимый басон Хиггса. Их мозги неторопливы, как мусон Кикса. Ну-ка панчи за словом как? Поплачь еще, а пока мой мир шинчен, кругозор нин.